Хочу вас от души поздравить с вашим юбилеем, таким, я бы сказал, начальным юбилеем. Мы с вами, если честно, то находимся одинаково во младенческом возрасте, потому что и Институт уполномоченного по правам человека в нашей республике тоже исполняется в этом году всего лишь 2 года. Но, несомненно, что касается вашей телерадиокомпании, то можно смело сказать, что она заметно, даже, я бы так сказал, благоприятно выглядит среди других средств массовой информации, которые вещают и показывают в нашей республике. Действительно, вас отличает профессионализм в первую очередь. Тот кадровый подбор работников вашей компании, которые мы имеем честь наблюдать на телевидении, всегда корректны, симпатичны, улыбчивы. Это тоже многое значит в нашей повседневной жизни. И поэтому, что бы хотелось вам пожелать в первую очередь? В первую очередь, вам хочется мне пожелать, как человеку, стоящему на защите прав граждан нашей республики, чтобы вы больше отмечали в своей деятельности социальную конкретность, адресность, чтобы больше показывали программ, касающихся благородных поступков отдельных наших людей, жителей нашей республики, которые по зову сердцу, не в силу своего профессионального долга, а вот именно по зову сердцу, души, занимаются отстаиванием прав граждан, помогают решить те или иные судьбоносные для них в жизни вопросы. Ну, а в целом, конечно, вам творческих успехов, большей открытости, большей критичности в подаче материала. И самое главное, что продолжайте также держать руку на пульсе социальной жизни нашей республики, освещайте злободневные темы. И я думаю, что мы в тесном взаимодействии с вами решим многие проблемы, которые ставятся на сегодня на злобу дня. Удачи вам, профессиональных успехов!